Здравствуйте, с вами магазин Амич. Сегодня сделаем такой видеообзорчик кухонных гарнитуров небольшой. Вот такая вот кухня. Получается она 2 метра. Так вот у нее ящички открываются. Вот верхние. Этот поменьше ящичек. Вот ящичек у нее. Сушилка получается тут вставляется на 60. Такие вот у нее ящичек под посуду навесной со стеклами. Красиво очень. Такой вот. Такие вот нижние ящички. Шкафчики. Тут вот подложки. Подвилки, ну и под всякую такую прочую кухонную принадлежности. Есть вот такая же кухня, но она двухметровая. Верх у нее получается белый, а низ потемнее, темный. Также у нее получается маленький ящик навесной. Тут под ложки. Тут сушилка получается. Вот у него уже на 80 идет. Такая вот. Вот такая вот кухонка. 2,40 длиной. Фотопечать. Очень красивая. Получается на 40 у него сушилка. Побольше ящичек. Такой вот. Выдвижные, подложки, подвилки, под сковородки. Ну и под все такое, как я уже и сказал, кухонную принадлежность. Вот такая вот кухонка есть. Новенькая. Выставили недавно. Получается 1,80 м она. У нее уже такие вот современные ящички с газ-лифтами, получается, поднял, они поднялись сами уже. Мойка у нее получается на 40. Вот такой вот. Так вот. Такие вот кухонки. Есть вот такая не менее интересная кухня. Такая вот с розами, с красивыми, красная она. Прям, ух, красота. 2,5 метра она получается. Стоимость ее 32 тысячи. Тоже. Тут вот подложки, подвилки. Под посуду, под кастрюли, под сковородки. Моечка у нее такая маленькая, компактная. Для сушки посуды тут тоже хватит места. Вот такая же кухня. 2,40 лимончик. Венеция. Такая вот красивая кухня. Верхний ящик у нее навесной. Так вот. На 80 получается сушилка у него. Раковина. Вот такие. Стекла у него вставки. Вот рисунок такой красивый на ящиках. Очень даже. Вот такая кухня. Лимончик, я вам говорил уже. Вот такая вот кухонка еще есть. Зимнее утро называется. 1,80 м она. Столешница у нее такая. Мойка у нее круглая. Сушилочка вот она тоже. Получается на 40 она идет. Два таких ящичка на 40. И один вот такой. Такой вот ящичек, вот он. С газ-лифтами он все. Открыли.
Он держать их не надо, не ударит ни по рукам. И ничто вам не прижмет, как говорится. Ящики вот у него такие большие. Много чего влезет в них. Вот такая вот кухня, новиночка у нас. Тоже фотопечать. Луга. 2,20 она получается. Мойка у нее на 60. Сушилка. Такая цветная. 1,80 м кухни есть. Кухни разные есть. 1,80 м, 1,90 м, 2 м. Такая кухня вот есть. Получается 2,80 м. 2 м 80 см она. Также у него вот ящички. Это открывается вот. Просто полочка. Тут такое вот тоже. Вот так вот. Оп. И держать все уже. Сделано. Красиво очень. Такая вот кухня. 2 м. Столешница у нее сплошная. Очень удобно. Моечка нержавеющая сделана. И кухни разные есть. Вот такая вот кухонка. 2,40 получается она. Вот она. Со стеклянными вставками она уже. Вот такая кухня. Моника. 1,80 м она. Вот она. Такой вот у нее длинный ящичек. Под разные там. Не знаю, кому как удобно, что туда складывать. Кухни. Кухон много. Приезжайте, пожалуйста, покупайте. Если даже нет, закажем. Такая вот кухня. Вот кухня. Очень нравится. Кухня с баром. Очень красивая. Бар. Вот он крутится. Ящички у нее тоже очень вместительные. Мойка круглая у нее. Сушилочка. На 40 получается у нее. Вот такие вот у нас кресла недавно пришли, новиночки. Вот он, кухня, 2,60 м. С цветочками, с такими, фотопечать она идет. 2-метровая кухня. Тоже фотопечать она получается. Весь английский алфавит в ней собранный. Кухонь очень много. Приезжайте, покупайте. Все это находится в магазине Амич. Южная 26, село Кыштовка, Новосибирская область. Номер телефона 8 913 014 85 20. Товар у нас можно приобрести так же, как в рассрочку, до 6 месяцев. Также и в кредит до 2 лет. Приезжайте, покупайте. Ждем вас за покупками. Пока-пока. До новых встреч.